Welcome to the heart-pounding world of Vladik Brutal. In this video, I dive deep into the most brutal dystopian adventure you've ever witnessed. Join our protagonist, Vladik, as he navigates a dark and unforgiving dystopian world filled with danger and constant fight for survival. This dangerous journey challenges the very essence of humanity and the struggle for freedom against overwhelming odds. Get ready for thrilling action sequences, unexpected twists, and a thought-provoking narrative that will leave you questioning the future of society. Whether you're a fan of dystopian tales or just looking for an adrenaline rush, this adventure is sure to captivate and entertain. Don't forget to subscribe for more episodes as I continue Vladik's adventures in this chilling dystopian realm. Watch, enjoy, and let me know your thoughts in the comments below. Интересная цитатка. Владян, да ты брось чушь эту читать. Слушай, у меня тут такая идейка. Короче, тебя как на работу отправят, ты сам же знаешь, тебе выдадут фонарик. Хрен знает, зачем его выдают. Но попробуй из этого фонарика вытащить одну батарейку и пронести незаметно. А я из этой батарейки сделаю зажигалку. Потом посидим, покурим. А то уже 100 лет не курил. Ну чё скажешь? Эх, Гаврюха, Гаврюха. Деловой ты, деловой. А потом чё, меня из-за этой зажигалки к сроку прибавят? А оно мне надо, Гаврюх. Не, давай что-нибудь другое придумай. Эх, понятно всё. Кто из вас код 48? Ну это я. На выход. Ну все, Владян, удачи тебе. А ты, это, подумай, если что, над моим предложением. Не подходи близко. Там жратва будет в натуре. Я заебался уже ждать. Эй, ты! Хватит ныть. Заткни ебало. Не мешай спать. Да нехер дрыхнуть, дедуля. Солнце уже высоко. Заключенные, соблюдайте тишину. Или же вы оба немедленно отправитесь в тюрьму. Хорошее правило. Ладно, заключенные, ладно. Отойди. Заключенный, это тебя надо выпустить. Так, сейчас разберусь, подожди. Так, это сюда, это туда. А, черт, сломалась дверь. Так, заключенный, ну я думаю, ты пролезешь. Пожалуйста, возьмите маску. Желательно. Сидите
рождаются сильные загрязнения. Это для вашей же безопасности. Заключенный, отойди. Заключенный, под номером 4-8, пройдите в пятый сектор. Не забудьте взять нужные предметы. Все необходимое заберите на столе для выдачи. Итак, у вас код 4-8. Сейчас подождите. Ага. Вас зовут Владислав. Понятно. Вам выдали только фонарик и дозиметр? Ну хорошо, проходите в дверь, сейчас открою. Прежде чем пройти, я должен вас проверить на наличие оружия и прочих незаконных предметов. Подождите. Все, вы полностью чисты, у вас ничего нету, кроме фонарика и дозиметра, соответственно. Можете проходить. Направляйтесь в лифт, спускайтесь вниз, вас там ждут.
Профессор, а вы играли в игру Хайф-Пайф? Ну да, было дело. Что-то мне страшно, профессор. А вдруг, как в той игре, все пойдет не так? Хорошо, профессор. Спасибо, что меня успокоили. Весь персонал. Начинаем подготовку к тестированию. Всем приготовиться. Заключенный под номером 48. Спускайтесь вниз и ждите дальнейших указаний. Блять, это что за хуйня? Thank you.
Кажется, тут нужен аккумулятор. Thank you.
Доступ разрешен. Открытие ворот предоставлено. Thank you.
Ah!
Надеюсь, меня слышно. Я профессор Попов. Даже если отсюда добрался заключенный, значит, есть какая-то надежда выбраться. У меня есть подарок для тебя. Подойди к железным дверям, я хочу на тебя посмотреть. Как-то ты плохо выглядишь. И что с твоими глазами? Почему они какие-то... Ладно, неважно. Так, ну сейчас открою дверь. Месте. Мне нужно, чтобы ты выжил. Я помогу тебе. Подойди к мертвому ученому и набери на клавиатуре пароль 1488-228. Ох, теперь ты можешь подобрать мощное экспериментальное оружие. Нажми на кнопку, которая активировалась. Мощная, правда? Силовики на подходе. Надеюсь, мы как-нибудь встретимся. Мне нужно тебя изучить.